Мне очень приятно приветствовать у нас на передаче прекрасную певицу, флагмана, я бы сказал, израильской джазовой песни Анну Фишкину. Привет. Очень рада. Очень рада нашей встрече. Я умышленно сегодня не хочу говорить о твоей сегодня замечательной дочке. Сегодня мы говорим о тебе, как о певице, да? Да, расскажи. Мне очень приятно. Ну, в общем-то, Израиль для меня дал огромный опыт. Опыт в плане певческой моей карьеры, потому что мы все учились где-то, когда-то. И я закончила институт Нейсинах. Я люблю, конечно, вообще любую музыку, которая красивая. Но моя любовь к джазу, это, в общем-то, еще идет из тех корней, когда еще нельзя было. Но мне очень хотелось, и я посещала такую джазовую студию в Москве, за Москворечье была такая студия, где люди собирались не только ради того, чтобы послушать музыку, но ради того, чтобы собраться в курилках, немножко поговорить, поджазовать. Покайфовать, по-тихому. Может, что-то поджазовое? Можно. Только для тебя. Что ты споешь? Я с удовольствием спою маленькую, коротенькую, веселенькую композицию, которая называется «Love». Натали Кул. Можно? Для нас поет Аня Фишкина. Бросайте все дела. И снова слушайте. Про любовь. Перевод. И снова про любовь. Анна Фишкина. Прошу тебя. It's all